Добрый вечер, ребята. Дядя Юра, здравствуйте. Привет, Крис. А зачем вы задуваете спасательный круг? Потому что мы отправляемся спасать Емелю. Куда? В страну Лоппи-Троппи. Необычная страна Лоппи-Троппи. Лоппи-Троппи? Покажите, где она, Лоппи-Троппи? Где? Найди на Лоппи-Троппи. Подскажите, будь скорее. Ну, конечно, только в книжке со стихами для детей. Спеша к неведомой земле, Емеля плыл на корабле. Уж близко берег, близко цель, как вдруг Емеля сел на мель. И вдруг Емеля сел на мель на 10 дней и 5 недель. Емеля пил, Емеля ел. Емеля на воду глядел. Он говорил: из всех мелей мне эта мель всего милей. И вдруг зашевелилась мель. Плывет пыхтя по морю мель. Емеля на мели сидит. Необычная страна, как нам нравится она. Для детей и для зверей нет места веселей. Вот так приключения. Да, чего только на море не бывает. Это точно. А давайте мультфильм прямо сейчас посмотрим. Обязательно.